Как получить свой дальневосточный гектар, теперь можно узнать и в Ютубе. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке открыло канал на этом интернет-ресурсе. Консультацию также можно получить и по телефону, позвонив на горячую линию. Обратная связь также продолжается на сайте надальневосток.рф. По информации агентства, всего с начала реализации программы более 100 тысяч обращений граждан было обработано по каналам колл-центра. С 1 февраля получить бесплатную землю на Дальнем Востоке может любой россиянин. Выбрать участок и подать заявку можно на вышеуказанном сайте. Для получателей дальневосточных гектаров действует 35 мер господдержки, в том числе и льготное кредитование.